Спасибо за поздравления. Очень рад победе. Что прокомментирую. Первый тайм готовились к сопернику, знали, что будут играть в 5 защитников. Рассказали ребятам, как вскрывать. И после первого тайма уже счет был 3-0, что нас устраивало. Во втором тайме сказали не сбавлять обороты, попытаться контролировать игру. Хотя у соперника возникло пару моментов. Так они и готовились на контратаках, но не пропустили. Это тоже очень важно. Ну и хочу как бы отметить, что отличились молодые ребята с дубля. Тоже это большой плюс, как бы, что они дальше росли. Ну, как планировались. В планах всегда есть замены какие-то. То есть группа атаки у нас хорошая. И некоторые ребята вчера даже за дубль играли, но вышли и забили гол. Да, к сожалению, у Артема травма, а Максим заболел. Все покажет, наверное, результат, который будем добиваться. Конечно, хочется больше, чтобы было времени на подготовку к хорошим соперникам, но как есть, так есть, будем готовиться.